Всем доброе утро. У меня сейчас утро. Я уже попила чай зеленый. Я в основном в последнее время пью зеленый чай. Уже лет 10 черный чай вообще не пью. Ну, кофе и зеленый чай. Кофе я потом попью где-нибудь в центре. Я сейчас собираюсь в центр, хочу съездить. Зайти в магазин Реми и кое-что посмотреть там. Мне очень стало интересно. После того, как я посмотрела вчера новости и узнала, что в Резекне продаются конфеты, адвент-календарь, и в нем внутри шоколадные конфеты фабрики Лайма, 160 грамм за 15 евро с копейками. И это получается 100 евро за килограмм конфет. Вот я вам сейчас ставлю видео, можете посмотреть. Не перестарались ли? Конфеты Лайма за 99 евро 84 цента за килограмм. И это по акции. 15,99 за 160 грамм. Это со скидками. Написал в недоумении один из пользователей Твиттера. Ну вот, и я хочу съездить в центр, походить по магазинам в Реми. Ну, может, зайти в Максимум, посмотреть, сколько там стоит, если они есть. И хочу еще зайти в магазин Стокман, самый дорогой магазин Стокман, и посмотреть, есть ли там адвент-календари и сколько они стоят. И сколько, конечно же, в килограммах. Зашла я в Реми, который находится на центральном вокзале. Нашла я эти знаменитые конфеты фабрики Лайма. Адвент-календарь, вот он. Ну, давайте посмотрим. Вот так он выглядит. С другой стороны. Вот такие конфетки внутри. Шоколадные. Сколько он стоит? 10,99, 160 грамм. А килограмм 68,69. Ну, не 100 евро. Но 100 евро, наверное, было в Резекне. А в Риге подешевле. Я, кстати, видела, девушка сейчас покупала этот календарь. Хочу вам показать, сколько стоят конфеты на развес фирмы Лайма. Вот серенада 9,99. Конфета Латвия 10,69 килограмм. Винни-Пух. Диана. Лайма, Лаура. Есть и подороже. 17,99 тоже Лайма. Узнаете конфеты Прозет? Внутри алкоголь. 6,69, 180 грамм. И такая упаковка еще. Более праздничная за такую же цену. Ну, заодно покажу вам рижский бальзам. Вот с черной смородиной у нас есть. 7,99, 350 миллиграмм. Классический. С вишней за 9,99. Такой еще есть крем, бальзам-крем 0,5 в таких упаковочках. И вот подарочных есть упаковках. Можно поштучно маленькие купить бутылочки за 2,15, если берете 3, евро 45. 1 евро 45. Есть большие литровые бутылки черной смородины за 14,99. И простой классический без акции 20 евро 79 центов. Хочу забежать в Стокман, посмотреть, есть ли там адвент-календари. Надо же считается самый дорогой магазин. Может, найду еще дороже конфеты. Нашла самые дорогие конфеты. Адвент-календарь. 118 евро килограмм. Двести семьдесят грамм 32 евро.
Значит, дороже нашей лаймы есть еще такая фирма. Здесь только мне много разных календарей с шоколадками, с конфетами, но что-то фирмы лайма не могу найти. А здесь оптика с шариками. Надо зайти, глянуть. Померила я очки в оптике, зашла. Вроде выбор большой, все хорошо. Солидные очки, не дешевые. Вот сколько я перемерила, ничего. Вот круглые, вот мне понравились круглые. Я вот думаю, что, ну, сейчас я, конечно, не буду покупать круглые, но думаю, к весне я, может, поменяю свой образ и созрею на круглые очки. В общем, буду зреть до весны, думать и зреть. Ну, вот мне лично весной всегда хочется каких-то перемен, что-то поменять, ну, хотя бы образ. Так, я еще не завтракала, зашла в Лидо. Надо что-то перекусить, кофе попить. Как здесь уже празднично все оформлено. Я взяла рыбку с сыром, с помидором, яблочный сок, свекольный капустный салат и заплатила за все 6,55. У меня завтрак, перетекающий в обед. Шла-шла я по улице Дзырну и дошла опять до торгового центра галереи Рига. И как вы думаете, что я купила? Меня дочка все-таки уговорила. Я купила курточку, ту самую, которую я в прошлый раз мерила. Еще в комментарии написали, что многим понравилось. И дочка меня уговорила. Так что я теперь буду яркая. Позвонила мне дочка. Сказала, сейчас за мной приедет. Я сказала, приезжай, вот где напротив Сакты цветочный, где продают цветы. Вот жду ее, гуляю, смотрю цветочки. Какие здесь красивые букеты. Но они, по-моему, здесь продают и днем, и ночью, круглосуточно цветы. О, по 30 евро букетики. 35 красивые. На улице цветы не выносят очень мало, потому что у нас холодно сегодня. У нас ночью, по-моему, даже минус было. Утром 0 градусов. Вот, за 55 красивых букетик. А ночью был, наверное, минус, мороз. Потому что утром, когда я вышла, у нас на районе даже лужи были замерзшие. Мужчина купил букетик для своей любимой, наверное. А здесь еще половина пустует помещение. Вот сдают. И номер телефона можно снять. Знаете, пока стою, жду дочку и думаю, какой все-таки хороший бизнес придумали с этими адвент-календарями. У нас конфеты лайма в среднем стоят от 7 до 18 евро килограмм.
А здесь 100 евро килограмм, но даже если 68 евро, мне кажется, очень дорого. Я понимаю, что работа, ну и бумага дорогая, но не настолько же. А все забежали максимум, здесь целый паровозик лайма, конфет. И здесь тоже есть этот календарь, адвент. И он стоит 9 евро 9 центов, 160 грамм. Это 56 евро 81 цент за килограмм. Максиме дешевле лайма. Точно такой же календарь. А конфеты Прозит уже в такой новогодней упаковке.